нас на Колыме. Что вы, доктор Умбарин? Будете у нас на Колыме, милости просим. Нет, случайно так. Счастливо. Белка побежала.
подождем. Посмотрите пока сюда. Впрочем, ничего не видно. Так, пройдено 171, 4:49:36 км средняя скорость, 6,6 на 100 литров. Тут еще что-то медленное едет. Thank you.
самом деле, ребята, снимать когда будет? Попала на двигатель.
гоняют. Мы его проезжали, он стоял на обочине. Yeah.
беда. Приду-ка я узнать. Ты же выпей. Небольшой отдых. Набрал воды. Сделал несколько снимков. Ручей прозрачный. Тут многие берут воду, если не все. Многие, очень многие. Дно каменистое, усеяно монетами. Беседка в беседке. Игрушки, зажигалки, очки. Чего только там нет. Люди оставляют святое место для якутов. Я чту, уважаю обычаи аборигенов. Оставил несколько монет. Одну монетку там, где ленточки привязывают, вторую монетку там, где вот упал. Проверял батарейку на стороне. Немного перекусил. Ребята попросили хлеб. Ну, то, что у меня было, я отдал. Взял банку тушенки и два пакета. Сейчас здесь вот это там есть доширачки. Так. Ну а я сделал кофе из этой воды, что набрал. И тронусь в путь. Красивый пейзаж, правда ли? Горы. Осень в полном разгаре. Ели или елки зеленые. Ну, в пыли, правда, все. Пью кофе из воды, которую набрал в роднике. Километров пройдено с учетом отдыха. Вот сюда здесь стоял полчаса, 5 часов 31 минута с учетом отдыха, 32 километра средняя скорость, 6,7 расход на 100 километров. Ну, сейчас тоже ребята остановятся здесь, наберут воды. Так, запись идет нового регистратора. Thank you.
проезжал, когда ехал в Магадан, это место. Он уже проехал, сообразил, что это... Ну, раньше было в другом роде мысли. А нет, когда я въезжал с Хабаровской, с Хабаровской области, там один пункт, не пункт, а точка, где ленточки повязывают, ну и так далее. А это уже дорога у Магадана. Вообще обусеяно монетами.
правильного ребенка. Может, сама душа не будет. Но возможно, какое душевное спокойствие, равновесие, баланс. Такое.
это интересно. Видно. Я смотрел боковой видеорегистратор. Захватывает ли объектив вверх?